Александр, приветствую, но мы давно не виделись, но слышал, что у тебя там проблемы. Рамзан Ахмад, добрый день. Ну, вот сейчас не очень дела. Как бы жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения сжимает бизнес, выводит активы. То есть, причем компания в 100 раз меньше, вот, а в совместном предприятии там доли примерно одинаковые. То есть, ну, то там Ливан, Мирзаян, компания Русаутдор. 21 год женатый. Сколько детей у вас? 7 детей. 7 детей, да. И это вообще, да, не человеческий, да, подход, да, вообще, да, он семью разрушит, да, это не мужское, там, даю слово, да, он не позволю там вмешиваться, да, с такими, да, путями, да, семейную жизнь разрушить. Какой-то Ливан там забрал бизнес, это рейдерство. Еще я слышал с ним там из Кавказа, да, есть люди, я их тоже не считаю людьми, и это не мужские, да, поступки, не, тем более в Кавказ, да, он их не примет. Я им говорю, да, он, если вы мужчины, да, он, не делайте, да, он, этого, да, он, вам я это не прошу, да, он, выходите со мной на связь, да, или с Адамом. Как вам не стыдно, будьте мужчинами, это рейдерство. Ну, я знаю, ваш, вы никогда не были бизнесменами, вы всегда занимались рейдерством, и я доведу это до руководства государства, да, он. И я всех, да, он, призываю структуры, которые должны сейчас подписывать документы, это вы подписываете, да, он, документы, разрушающие семейный бизнес, разрушающую семью, которые имеют 7 детей, человек, который своими руками строил бизнес. И этот бизнес, да, он, разрушая семью, забирает какие-то черти. Да, я за этим делом, да, буду, да, он, до конца идти. Да. Поэтому, Александр, я с тобой до конца, как и 10 лет назад, как и мы дружим, это наша честь, но, и чтобы довести до логического конца. Но, поэтому мы, к сожалению, если бы чуть пораньше узнали бы, куда бы они активы не выводили, и каковы бы они там исполнительным директором не меняли, там все равно эти активы они должны вернуть домой, жена должна вернуться домой, а Ливана там ждет своего участия, и поэтому ты управляешь, как и было, так и делай. Остальное решат ребята, я им всем скажу, там хорошо. Спасибо большое за поддержку, надеюсь, все разрешится. Все будет хорошо.